В Ульяновске подвели итоги реализации реформы по переработке ТКО за первое полугодие. Тем более, что в регионе проходит тематическая неделя, посвященная национальному проекту «Экология». На территории области работает 9 полигонов и 4 мусоросортировочных комплекса. Одним из первых был построен полигон, принадлежащий региональному оператору номер 1. Комплекс работает круглосуточно. Обработку проходят все отходы без исключения. Из общей массы мусора сортируется бумага, стекло, пластик, металл. Регоператор задумывается о переработке органических отходов. Программа Zero Waste, или по-русски «ноль отходов», позволяет извлекать из мусора вторичные материалы и тем самым уменьшать объем захораниваемых отходов. После переработки из вторсырья получится технический грунт, который будет использоваться для рекультивации земель. 4 комплексов для обработки отходов со всей области явно недостаточно. Поэтому запланировано строительство еще 5 объектов обработки отходов и 1 муниципального комплекса. Еще одна проблема – плохое обустройство контейнерных площадок. На содействие в их обустройстве губернатором подписан ряд обращений к федеральному правительству на выделение 45 миллионов рублей. В Министерстве экологии идет работа по формированию 5-й зоны. Напомним, в прошлом году для ряда южных районов области регоператора так и не нашли. Поэтому на территории сохранилась прежняя схема обращения с отходами. Мусорная реформа должна прийти на юг региона в начале 2020 года. Доля отходов, направленных на утилизацию к 2024 году, должна составить в общем объеме 36%.